По горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. ЧП произошло средь бела дня в доме по улице Рахва. Двое неизвестных мужчин обманным путем проникли в жилище и напали на владельца. Один из преступников попытался его задушить, накинув на шею провод от удлинителя. При этом злоумышленник требовал отдать деньги. Под угрозой расправы потерпевший рассказал, где они находятся, после чего нападавшие забрали сотовый телефон, 7000 рублей и скрылись с места происшествия. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны уточнили приметы подозреваемых. Одного из них удалось задержать почти сразу. Отрабатывая близлежащие дома по приметам подозреваемого, в 150 метрах от места происшествия был задержан гражданин, подходящий по приметам. И он собирался выйти на улицу, был нами задержан, доставлен в УФАДе. Свою вину задержанный отрицает. Сейчас ведется розыск второго подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».